обещала организовать эту выставку. И я очень рада, что она наконец-то состоялась. Раздаю я кипяток разным людям ясным. Посмотри, как я высок, с гребешком я красным. Всем даю попить чаек, кто и спит согласен. А я курочка на паднике, я с гребешком дружу. На лавках своих маленьких чайку я предложу. Расслабься этой осенью, тепло моей души. Налей себе душистого, присядь и не спеши.